взрывной рост 5G, потому что этот ноутбук прямо сейчас подключен к 5G. Я попробую, да, рассказать про клауды и рассказать, а где же место Java в современных клаудах? Есть ли вообще место Java в современных трендах? Поднимите для начала руку те из вас, у кого приложение прямо сейчас в продакшене ранается в клауде. Маловато. Маловато, потому что репорты показывают, что 92% всех бизнесов уже ранает приложение в клауде. Ну, на самом деле я офигел, когда увидел эту цифру. Еще больше я офигел, когда увидел, что эти 92% бизнесов тратят 70% своих денег на клауд. И там, где клауд, там, конечно же, контейнеры. А где контейнеры, там и Kubernetes. 50% всех девелоперов так или иначе используют контейнеры либо при разработке, либо при деплойменте своих приложений. А Kubernetes, согласно LinkedIn, все мы любим LinkedIn, это самая растущая технология в 2019 году. В 23 раза увеличилось количество требований Кубернетису в анкетах в 2019 году. И попытаюсь рассказать о некоторых трендах, которые возникли в мире контейнеров в 2019. Во-первых, выпустили микро-кубернетис. Кубернетис, да, это платформа, с помощью которой мы разворачиваем наши клауды, с помощью которой мы поддерживаем их в актуальном состоянии, но она довольно тяжеловесная. И долгое время пытались разработать некоторое решение, чтобы деплоймент и тестирование всех этих кластеров на локальных машинах было быстрым. И микрокубернетис, согласно разработчикам, это вот и есть эта технология. Как пишут сами разработчики, это самый маленький, самый быстрый дистрибутив кубернетиса. Вы можете поставить его на локальную машину, и будет вам счастье. Мы ожидаем лучшего суппорта от клауд-провайдеров. Потому что тот, кто пытался скейлить с помощью Kubernetes свои деплойменты в том же AWS, в цирке не смеется, потому что новая машина может подниматься 15 минут, 30 минут. Это никуда не годится. Kubernetes, конечно, был выпущен Гуглом, лучший суппорт в Гугле, поэтому ждем такого же суппорта от AWS, от Azure, от менее известных клаудов. Тест-контейнеры. Технологии, имеющие непосредственное отношение к Java. То есть, что такое тест-контейнер? Это библиотека джавовская, которая позволяет поднимать буквально за несколько строчек кода контейнеры из Java-кода. Из названия, да, видно, что это может быть полезнее всего для тестов. Например, вы можете поднять какую-то базу данных, в ней уже будет куча данных, и вы поднимете это в виде контейнера, вы не будете каждый раз загружать вашу базу данных там миллионы записей, чтобы гонять по ним тесты, можно просто поднять контейнер. И лучший суппорт от build-тулов, таких как Gradle. В Gradle уже есть докер-плагин, с помощью которого вы можете билдить имиджи, раннить контейнеры. Все тоже буквально в несколько строк кода. Очень удобно. И вот контейнеры развивались, развивались, и IT-индустрия начала думать, куда же двигаться дальше. У нас есть контейнеры, у нас есть какие-то практики, у нас есть тулы вроде кубернетиса, все прекрасно работает. Какой следующий шаг? Как по мне, этим следующим шагом стала такая методология, подход, я уже даже не знаю, что это, серверлесс. У любой методологии, конечно же, должен быть манифест, иначе это не методология. Он довольно длинный, там 10-12 пунктов. Я попытался выжать из них главное. Удовлетворяйте потребности бизнеса, а не ваших технологических нужд. Пишите как можно меньше кода. Используйте как можно меньше инфраструктуры. Доставляйте свой код настолько быстро, насколько возможно в продакшн. И используйте наиболее подходящую технологию. Звучит расплывчато. Что же это означает на практике? Представим себе приложение. Вот у нас в левой части веб-приложение, справа где-то там бэкэнд. Вот эти лямбды. Собственно, на практике есть серверлесс. В чем заключается суть? Когда мы раним в нашем бэкэнде контейнеры, мы тратим много денег.
люди пришли к выводу, а что если бы мы писали наше приложение какими-то маленькими переиспользуемыми кусочками, маленькими функциями, которые поднимались бы, когда они нужны юзеру, и убивались бы, когда они не нужны юзеру. Идеальное преступление — мы тратим оптимальное количество денег. Если это все еще быстро скейлится, ну вообще прекрасно. У такого подхода есть очевидное преимущество. Если мы разрабатываем приложение в таких маленьких лямбдах, деплоим их на клауды, и клауды полностью поддерживают развертку этих приложений, убивание этих приложений. Нам не нужно париться про администрацию, нам не нужно брать какие-то машины, настраивать их, чтобы они работали. Все сделает за нас клауд. Все это автоматически скейлится, конечно же, в этом суть подхода. И благодаря этому падают расходы на бизнес. И поскольку мы разрабатываем приложение маленькими крошечными функциями, мы взяли, задеплоили его, и оно работает, уменьшается time to market. Люди начали использовать этот подход, использовали и доиспользовали. Они начали распиливать свои большие монолитные приложения на лямбды. И у нас получилось то, что в Твиттере называют лямбда пинг-понг. Представьте, у вас был гигантский монолит, вы начали какие-то его части разделять на лямбды. У вас получаются десятки тысяч лямбд, которые триггерят еще десятки тысяч лямбд, которые триггерят какие-то очереди, которые триггерят лямбды. Никто не знает, что происходит. Получается хаос, получается пинг-понг. И лучше бы это все оставалось монолитом. Некоторые клауды ограничивают время рана лямбды. Я не готов утверждать точно. По-моему, в AWS 15 минут. Так что если у вас по какой-то причине есть лямбда, которая внезапно ранит джобу, которая исполняется 30 минут, ну, не судьба. Да, возможно, вендор-лок. Если вы разрабатываете свои лямбды для какого-то определенного клауд-провайдера, будь то AWS, Google, используете какую-то конкретную базу данных, есть вероятность, что вы не сможете так просто мигрировать между различными клаудами. Вы не сможете быть гибкими. И не все языки программирования идеальны. Какие-то из них медленно стартуют, какие-то медленно рануются. Ну и все мы знаем, что там, где у нас медленный старт, там Java. Java не идеальна для серверлесса, так оказалось. Она медленно стартует, она медленно ранается, и в результате мы платим больше денег. Но почему бы нам хотелось использовать Java для серверлесса? Какие-то библиотеки, которые были разработаны только для Java и существуют только в Java. У нас есть существующий код, у нас есть существующее приложение, отдельные части которого мы бы хотели бы скейлить, на которых мы хотели бы экономить. И есть существующие люди, которые любят и, что главное, умеют программировать на Java. Было бы глупо не использовать эти ресурсы. Что же нам может помочь в том, чтобы сделать Java снова крутой? GraalVM. Кто слышал про GraalVM? Достаточно много людей. GraalVM — это виртуальная машина. Как сами разработчики ее называют полиглот, виртуальная машина. Это означает, что она может в себя принимать и ранить код, написанный на большом количестве языков довольно. Java, Ruby, Python, R, даже такие экзотические языки, как R, C, C++, JavaScript, возможно, еще что-то забыл. Она внедряемая, embeddable. Что это означает? Что вы из своего Java кода можете вызывать куски кода, написанные на других языках. Довольно круто, но зачем это может понадобиться? Все дело в том, что разные языки, как известно, хороши в разных вещах. И за время своего существования они развивались в разных направлениях. Тот же Python, как известно, ушел куда-то в искусственный интеллект. Я до сих пор не понимаю, почему. Так вышло.
Когда мы хотим что-то быстренько запрототипировать, мы, наверное, на Node.js, что-то на JavaScript быстренько там налабаем. В общем, мы будем использовать разные языки. И все это будет раниться в одном, что самое главное, высокопроизводительном рантайме. Кто скептически относится к этой идее? В прошлом году, по-моему, на тот же Voxed Days приезжали ребята из Твиттера, которые рассказывали, как они в Твиттере используют этот самый Graal VM и как он им экономит сотни тысяч долларов. Естественно, у любой технологии есть свои ограничения. Не все языковые фичи поддерживаются. В той же Java не поддерживается динамическая загрузка классов, например, сериализация, что-то еще. Причина, со слов разработчика, довольно проста. Они хотят держать свою имплементацию Java довольно компактной, потому что действительно, если бы они начали имплементить все фичи, которые поддерживает Java, получилось бы Java. Давайте немножечко, самый сложный слайд презентации. Немножечко взглянем, как это работает изнутри. У нас есть наша виртуальная машина, нативная, написанная на C++, hotspot в общем случае. Туда своими клешнями прорастает Graal. Что такое Graal? Graal, да, действительно, как святой Graal, который мы наконец-то нашли, который нас всех спасет. Just-in-time компилятор. Just-in-time компилятор — это такая часть виртуальной машины Java, которая берет наиболее используемые куски кода и оптимизирует их, превращает их в нативный код, благодаря чему они становятся, они начинают раниться быстрее. Также в этом фреймворке важную часть играет Truffle, да, это такая библиотека, часть фреймворка Graal VM, которая позволяет как раз-таки писать компиляторы из разных языков, JavaScript, Ruby, виртуальный код Java, да, виртуальный код машины Java. И, собственно, так это все и работает. Вы это все компилируете в виртуальный код Java, Graal это все подхватывает, превращает это в нативный код, и это все работает быстро. Что же еще у нас есть в мире Java, что может нам помочь спасти Java? Микрофреймворки. Микрофреймворки — это нечто, что превращает вот это в деньги. Да, три строчки кода, у вас есть деньги. Чем же хороши микрофреймворки? Да, кто запускал приложение в Spring Boot, кто пытался серверлес сделать из Spring Boot, тот знает, в чем проблема. Он тянет за собой кучу ненужного библиотек. Но у нас есть микрофреймворки. Их основная суть в том, что они легковесные, у них маленькая кодовая база, только что вы видели. Вам нужно писать веб-сервис, пожалуйста, пишите запрос. Они сфокусированы на скорости, действительно, на скорости разработки. То есть за короткое время вы можете разработать ту маленькую лямбду, да, которую вы хотите в серверлес, и быстро ее доставить. Естественно, если сравниваете со Spring Boot, у нее нет каких-то фич, у нее нет спринга, но в этом, собственно, для этого мы ее используем. И парочку имен, так, на заброс, знаете, Spark, Ktor, имплементация микрофреймворка на Kotlin как раз-таки, Akka, HTTP, их уже сотни на самом деле. И последний тренд, который возник непосредственно с развитием Kubernetes, сервис Mesh. Кто слышал, что такое сервис Mesh? Еще меньше рук. Представим, что у нас есть наши микросервисы. У меня их тут три микросервиса. Да? Как обычно выглядит сетевое взаимодействие между этими микросервисами? У нас есть бизнес-логика. И рядом с этой бизнес-логикой в нашей, например, Java, есть какой-то кусочек кода, который отвечает за межсетевое взаимодействие между этими сервисами. В Spring это, например, Spring Cloud. То есть он осуществляет сервис Discovery, load balancing, все остальное.
Очевидные недостатки этого подхода в том, что это все вместе. Вы не можете изменить логику вашего межсетевого взаимодействия, не изменив логику приложения, не передеплоив ваше приложение. Более того, если вы используете какую-то библиотеку для межсетевого взаимодействия, это один язык. Service Mesh предполагает другой подход, что рядом с кодом ваших микросервисов ранится небольшой кусочек операционного кода, который как раз-таки осуществляет все межсетевое взаимодействие. Вы можете этот код отдельно деплоить, вы можете менять ваш Service Mesh, а какие-то клауды, в которые вы деплоите ваши микросервисы, могут незаметно для вас, как программиста, как разработчика этих приложений, встраивать свой Service Mesh на ваши виртуальные машины. И, например, в Гугле вы можете сделать так, что этот Service Mesh, Google Anthos он называется, например, будет красивенько репортать все ваше межсетевое взаимодействие в виде красивых дашбордов. И это прекрасно. 19% всех деплойментов уже используют Service Mesh в том или ином виде. И среди Service Mesh есть как независимые решения, например, Istio и Linkerd, наиболее развивающие решения. То есть если вы не используете Service Mesh, у вас есть независимый деплоймент, используйте их. Они наиболее поддерживаемые библиотеки, наиболее поддерживаемые приложения. И у крупных клаудов есть свои Service Mesh, которые, как я сказал, хорошо интегрируются с этими клаудами. У Google есть Anthos, у AWS AppMesh, у Azure Arc. Я надеюсь, что теперь, когда у вас сложилась какая-то картина о том, как можно сделать Java быстрее, как Java может найти себя в современном мире, вы станете немножечко более счастливыми Java-инженерами. Либо счастливыми чуваками, которые про инопланетян рассказывают. Я все? Продолжит Андрей. С еще большим количеством трендов.